На конкурс «Дети читают стихи» для лабиринт.ру. Арина Файзулина, 8 лет, город Уфа. Михаил Владимов. Еще тогда нас не было на свете. Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты, подарили вы планете великий май, победный май. Еще тогда нас не было на свете, когда в военной буре огневой, судьбу решая будущих столетий, вы бой вели, священный бой. Еще тогда нас не было на свете, когда с победой вы домой пришли. Солдаты мая, слава вам навеки, от всей земли, от всей земли. Благодарим, солдаты, вас за жизнь, за детство и весну, за тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем.